Пора на капусту, друзья, уже одевать шапки. Да, вы не ослышались. Шапочка от всевозможных, конечно, вредителей капусты. Я просто хочу сказать, можно, конечно, использовать химию, можно против гусениц капустной белянки, совки, использовать лопух. Это мелко измельчаем листья, заполняем ведро, даем настояться и дня 3 процеживаем через марлю, и можно брызгать там с интервалом 6-8 дней. Но вы сами понимаете, что это трудо такое затратное производство, можно сказать. И естественно, что это тяжело и не всегда дает, конечно, долгожданный эффект. Мы с вами очень хорошо справились против капустной блошки. Идеально у нас все было, мы с вами. Теперь враг номер один, это, конечно, вот эта вот капустная белянка, совки, которые откладывают яйца, получается гусеницы, и, конечно, иногда кочан капусты, ну, просто решето. Хочу сказать, во-первых, почему шапочка белая? Когда летит бабочка-белянка или совка, она видит, что белые, потому что некоторые еще диски вот ватные могут ставить, она видит, что место занято. То есть она на белые никогда, она облетит стороной, потому что будет понимать, что здесь уже обосновался какой-то ее сородич. То есть место занято. То есть вот, понимаете, пролетая мимо. Еще, конечно, можно из народных средств, это когда начинается, вот как я говорю, лед капустных бабочек, можно положить на головки капусты веточки полыни, разложить полынь между растениями. Бабочки будут искать другое место для откладки яиц. Но, понимаете, полынь то тоже надо менять дня 3 через 3-4. И едва ли, что в некоторых районах, вот у нас, я даже не знаю, это где-то на по полям ходить эту полынь искать. А это все просто. Прекрасная шапочка. Она продается. Сейчас я вам покажу картинку. Вот видите, специально шапочка для капусты. Она продается во всех огороднических магазинах, но можно зайти в аптеку, есть специально шапочки такие, они тоже стоят, кстати, копейки, вот, и они абсолютно спасут вас от вредителей. Во-первых, пропускают влагу, дышащие они, легко использовать и всегда чистые кочаны. То есть, во-первых, хочу сказать, материал просто 100% защищает капусту от кладок бабочек. Я уже второй год пользуюсь. Вот, мало того, что эти вот шапочки, они остаются, ничего с ними не делается. Вот, так что возьмите на заметку, и у вас будут кочаны капусты всегда чистые, аккуратненькие и без всяких вредителей.